модельную плиту, вот, знаете, показывали вам отливку. Да, да, да. Вот, она, точная вот отливка, это точная копия модели. Устанавливается одна полумодель на подмодельную плиту. И устанавливается питатель. Все это засыпается вообще на одну смесь. Он у тебя, по-моему, сказал, еще смесь стоит. С чего, по-моему? Песок, глина. Кварцевый песок, глина, патока и связывающий примесь. Формуется автоматически, формовка, то есть формовывается. Ты на видео смотришь? Угу. Потом скинешь, ладно? Угу. Здесь на компьютере. Вот как раз на пашку будет. А если бы пара не было, все равно пришли, да? Ну, у нас было вводное занятие. А? Вводное занятие было пораньше. Переворачиваем и устанавливаем карму. Устанавливаем, смотрите, ребята, вторую полумодель. И шлакоуловитель. Кстати, давайте кто-нибудь поможет. Давай. Жень, помоги. Устанавливаем литник и выпор. Держи. Вот так вот. Один и второй. Чтобы было не скачивать с модели. Она заливается не там. Все, хорошо, вот эту чуть-чуть туда. Вот я говорю, она посередине должна быть или не обязательно? Да не обязательно. Главное, что он показывает, когда металл залит, он выходит, если заливается. Ну, если пролилось, чтобы там выходило.
Все. Делаем такую чашу, чтобы металл как по лечке заливался, не расплывался по поверхности формы.